Чебоксарский центр занятости населения будет реорганизован. К нему присоединят районное отделение. Именоваться учреждение будет Центром занятости населения Чувашской республики. Как и раньше, подчиняться организации будет Министерство труда. Таким образом, Минтруд планирует экономить каждый год по 8,5 миллионов рублей. Эти деньги направят на зарплаты работников, а также модернизацию и повышение качества услуг. В профильном министерстве говорят, что под сокращение попадут 57 штатных единиц, в том числе директора и их замы, а также главные бухгалтеры. Вводим новые штатные единицы, это 22 единицы в качестве начальников отделов. То есть в целом по Чувашской республике у нас будет 23 отдела, это 21 отдел в сельских районах и по одному отделу в городе Чебоксары и Новочебоксарск. Всем попавшим под сокращение работникам предложат вакантные должности в центрах занятости населения по месту работы. Если они их не устроят, то там же можно будет встать на биржу труда.